сырая. Сверху сухая, снизу сырая. Это плохо. Thank you.
Ну, короче, вот, что смог, то сделал. Кочки разбил, колеи более-менее выровнял, как смог, чтобы выравниваться. Тут просто до меня погрузчик осенью он тут работал. Тонул, говорит. Но я вижу, что тут он тонул. Ямы, колеи я за ним заделал. Такие более-менее бугры, холмы раскидал. Ну чё, холм срезает, жопа уходит вниз. Тут вообще тонет подушник. А глина такая влажная, вязкая. В общем, надо, чтобы неделю хотя бы вот такая погода стояла. И можно уже спокойно все под ноль вывести.